Саламатсыз ба, құрметті Астрахан аудандары және қонақтары. Менің атым Абишева Динара Абдрахмановна. Мен Астрахан ауданының санитарлық-эпидемиологиялық басқарманың басшысы боламын. Келе жатқан Наурыз мейрамы құтты болсын. Добрый день, уважаемые жители Астраханского района. Меня зовут Абишева Динара Абдрахмановна. Я руководитель Астраханского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля. Всех с наступающим праздником! Сегодняшняя наша тема – это корь. Корь на данный момент является одним из наиболее контагиозным заболеванием человека, которое вирусного происхождения с воздушно-капельным путем механизмом передачи. Протекает с характерной лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, глаз, носоглотки и верхних дыхательных путей. Специфическим высыпанием на слизистой оболочке рта и пятнисто-папулезной сыпью на коже. Корь, по данным Всемирной организации здравоохранения и Центра по контролю и профилактике заболевания, в настоящее время существует угроза распространения кори в различных регионах мира, поскольку COVID-19 привел к снижению охвата вакцинации и ослаблению эпидемического надзора за этой болезнью. За 2022 год в мире всего было зарегистрировано 155 тысяч случаев кори. На начало 2023 года осложнение эпидситуации по кори отмечается также в странах ближнего зарубежья. Это Украина, Российская Федерация, Кыргызстан и других странах мира. Кто подвергается риску инфицирования корью? Невакцинированные в первую очередь, невакцинированные дети раннего возраста. У них высокий риск развития осложнений, включая смертельный исход. В довакцинальную эру корь называли детской чумой. Невакцинированные – это беременные женщины входят. Также любой человек, не имеющий иммунитета, невакцинированный или тот, кто не выработал иммунитет после вакцинации, те могут подвергаться риску кори. Есть три периода в развитии заболевания. Это продормальный, это 1-3 дня. Симптомы могут быть лихорадка 38-39 градусов, также конъюнктивит, мелкие пятна, могут окруженные красной полоской, как называют его манная крупа. Второй этап, период, это высыпание, это на 4-5 день. Поэтапное высыпание макулопапулезного характера. Первый день сыпь будет на лице, шее, за ушами. Второй день на туловище. На третий день на верхних и нижних конечностях. Также третий период развития – это пигментация. Пигментация с 4-го дня от начала пигментации начинается. Идет в той же последовательности, что и высыпание. Продолжительность 1,5 недели. Пациенты обычно заразны за 4 дня до появления сыпи и до 4 дней после появления сыпи, когда концентрации вируса кори в дыхательных путях самые будут высокие. Усиление плановой иммунизации. Иммунизация на данный момент – это важная услуга здравоохранения, которая должна продолжаться без перерыва в максимальной возможной степени. Настолько это возможно при любых обстоятельствах. Своевременная и полная вакцинация является ключом к обеспечению индивидуальной и популяционной иммунитет кори. Корь может быть опасна для взрослых. Корь может вызывать подавление иммунной системы и иммунологическую амнезию, что повышает восприимчивость ко всем патогенам, включая те,
которым у человека ранее был иммунитет. Осложнение кори. Осложнения кори связаны чаще всего с респираторными и пищеварительными трактами. Это пневмония, средний отит, язвы в полости рта и диарея, но также могут осложняться судорогами и энцефалитом. Также могут наблюдаться почти у 30% заболевших в зависимости от возраста. И таких состояний, как юный возраст, недостаточного питания и иммунодефицитное состояние. Осложнения могут быть прямым следствием заражения корью, особенно на ранних стадиях заболевания, но часто являются результатом вторичной бактериальной инфекции. Часто бактериальные инфекции, такие как пневмония, отит, диарея, достигают пика через 2-3 недели после появления сыпи. На данный момент 14 марта 2023 года вышло постановление главного санитарного врача об организации и проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по кори в Республике Казахстан. Первое – это проведение экстренной вакцинации контактных лиц до 30 лет, не позднее 72 часа с момента последнего контакта с больным корью после получения информационного согласия, включая иностранных граждан. Второе – это ежедневное медицинское наблюдение за контактными лицами в течение 21 суток с момента выявления последнего случая заболевания. Третье – организация вакцинации медицинских работников до 55 лет, ранее непривитых против кори, после получения информационного согласия. Также корь и беременность, и вакцинация кори. При беременности осложнения кори и беременности вызываются, вызванные корью, могут быть, включают в себя выкидыш, пороки развития, преждевременные роды, низкую массу тела новорожденного при рождении и материнскую смерть. И это связано напрямую с корью. В первом это выкидыш, это грубые пороки развития могут быть. Во втором и третьем это выкидыш, мертворожденный. И корьевая вакцина предоставляет собой живую вирусную вакцину, это корь, паротит, краснуха. При вакцинации в первом триместре беременности прерывание решается врачебным консилиумом, а также беременное письменное информационное согласие на принятие ее решения. Всем спасибо за внимание, всего доброго, всех наступающим праздником Наурус. До свидания.